Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. У нас начало видео, конечно, совсем другого будет формата. Во-первых, хочу разъяснить немного ситуацию. Когда я выпустила ролик, где день рождения было Тимофея, это было воскресенье, там я рассказала немного про Черничный хутор. Почему я начну с самого начала, чтобы многие, возможно, кто-то не смотрел, кто-то перемотал, чтобы была суть понятна. Часто в комментариях у нас спрашивают по поводу, кто такая Оля и Юля, и ну, часто, которые приходят новые зрители, почему ну, посторонние люди живут с нами. Я там сказала, что у нас есть ролик видео знакомства, в конце каждого ролика мы его вставляем, чтобы люди могли познакомиться, кто досматривает до конца. И там есть краткая информация про нас. Поэтому я уточнила, что когда начинается там ролик, назывался раньше у нас канал, когда мы только его начали вести, «Деревенская жизнь большой семьи». Потом я сказала о том, что сейчас у нас канал называется «Суперсемейка из России». Почему сменили мы название канала, так как мы хотели заказать рекламу у Черничного хутора. И я там не называла какую-то сумму за рекламу, вообще про цифры никакие не говорила. Сказала, что ну, реклама очень дорого. И еще мое слово было такое. Возможно, ну, как там слово было, дохлый канал, ну, неинтересный, то есть. Из этого в комментариях начали писать по поводу про Черничный хутор, ну, неприятные какие-то вещи. Дальше я занята была, не отвечала на комментарии, и Саша ответил на один комментарий по поводу реклам. Там он написал, за место 200 долларов поставил 500. Это потому, что мой косяк был, это я неправильно написал. Да, по этому поводу начались ажиотаж. Я ни на кого не хотел врать, ничего, это я подчеркну, не хотел. Это вот никого не хотел просто обидеть. Это было год с лишним назад, и я взял, вот, ну, у меня в башке почему-то сидела эта сумма. Я не знаю, почему я так написал. В общем, неосторожная цифра привела да, к тому, что... Да, за это я извиняюсь. Никого не хотели оклеветать, да. Обидеть. В ролике я не говорила о том, что там сколько стоит реклама. По поводу того, что, ну, возможно, там неинтересный канал, что даже и тысячи долларов не поможет. Где вот мою переписку с Черничным хутором, когда вот писали на электронной почте. Мы ее вставим, эту всю переписку, которая была год назад. И нам Дима с Валей написали на электронную почту, потому что наше видео скинули Черничному хутору. Они посмотрели наш ролик и написали, в общем, там, здравствуйте, ну, ваше неосторожное там высказывание, то многие подумали о том, что я хочу как-то, ну, оклеветать или обидеть канал. В этом случае нет. По поводу того, что цифра была 500 долларов за рекламу. Да, то, что завысил цену, это я не так написал. Вот, Саша, одну моя цифру... Моя невнимательность. Невнимательность, да. Цифру неправильно поставил, и то есть получается, что мы оболгали Черничный хутор. Да, ни в коем случае. У меня не было это... Просто у меня в голове вот сидело, и я не посмотрел ничего, а вот в голове сидела эта сумма, и вот я вот взял, написал ее. Не хотел я ни на кого соврать, просто... Вот почему-то сидела она у меня в голове, не знаю. За это мы извиняемся, за недостоверную информацию по поводу 500 долларов. Угу. За рекламу было 200 долларов, и единственное, что было написано... На тот момент доллар был по 80 с лишним рублей, там 16 тысяч на тот момент они просили. Ну да, мы не потянули. За рекламу, да, 16 тысяч они просили, то есть, ну это для нас вообще космос был. Это целая зарплата наша была. Ну, на данный момент. На данный момент, да. И по поводу того, что, ну, Дима с Валей нам написали на электронную почту, на e-mail, если мы не извинимся, то есть они выставят переписку с нами, какая там, ну, вот была по поводу разговора, как, ну, прорекламировать наш канал, какие Дима давал советы. Мы сами все выставим, это мы ничего не скрываем, то да. Есть не хотели ни на кого лгать, ничего, это просто... Просто моя невнимательность. Я так за думаю. Это мы извиняемся. Да, перед Черничным хутором. Дима с Валей, извините нас. Угу. Саша невнимательно вот это написал, неосторожно. И, как говорится, слово не воробей, вылетишь, не поймаешь. Угу. Извините нас, ради бога. Мы не хотели с вами абсолютно никакой войны. Пиариться за ваш канал. Мы тоже этого не хотели. Я единственное сказала... ну, как правду зрителям. Ты просто ответила на вопрос зрителей, почему вы так назвали канал. Ты да. Вот ты дала разъяснение просто и, ну, он, а в этих разъяснениях, то есть про Черничный хутор ты указала просто, что посоветовал нам поменять название. Да. Ну. Поэтому, то есть как не с пустого же места я взяла, почему там деревенская жизнь, а тут вот у нас название вообще другого канала, чтобы люди
Ну, да, понимать... и тогда вот, когда нам посоветовал Черничный хутор, на тот момент, это год назад, у них было 64, по-моему, тысячи подписчиков. То есть, ну, мы прислушались, потому что думаем, канал растет и хорошо рос. Дельные советы. Да, и, то есть мы прислушались, конечно, это спасибо за это, конечно. Дима нам написал о том, что деревенская жизнь канал, то есть как бы уже такой есть, но у нас он был как деревенская жизнь, точка большой семьи. И деревенская жизнь большой семьи, то есть Дима там написал, ну, что без точки надо писать. И что такое название канала как бы есть, и, ну, возможно, ну, что как, люди не подумали, зрители, что мы его у кого-то, как бы, название это украли. Ну, как бы, хоть и не обманным да, путем. Тут, а там нам уже сын посоветовал, давайте суперсемейка назовем. Ну, а там мы уже, мультиком. Мы уже, да, он мультик смотрел этот, и мы просто уже добавили суперсемейка из России, потому что нас смотрят из многих стран, и Германия, и Латвия, и там Украина, все-все вот эти страны, а мы просто дали уточнение такое, что суперсемейка из России. Потому что мультик это был американский, ну, да. Да, этот суперсемейка, а мы указали, что суперсемейка из России. Вот, то есть так вот название наше и получилось. Поэтому из-за вот такого неосторожного, как говорится, слова, комментария, поэтому Саше говорю, всегда на комментарии отвечаю я. И прошу, чтобы никто ну, не лез, потому что неосторожно приводит к таким последствиям. Теперь больше нет, сама отвечаю. Я просто из-за чего написал, потому что думаю, люди ждут, и давай отвечать тоже как бы. Потому что тебе некогда было, ты занята была. И думаю, это и вот моя вот эта оплошность, ошибка моя. Привела к такой неприятной ситуации. Да. Всем желаем отличного настроения, всего-всего самого наилучшего. Еще раз, Дима, Валя, да, просим прощения за извините, да. предоставленную неудобственность. Никто не хотел вас оклеветать. И тем более, действительно, 500 долларов, такой суммы там не было. Там было 200 долларов за рекламу. Да. И ну вот единственное, что когда я вот повторюсь еще раз, что возможно, ну, бывает такое, что и 1000 долларов не поможет. В общем, мы переписку сами вставим, покажем, чтобы не было. И на майл я вам отвечу. Ну, пойдем к курочкам. Да, пойдем управляться. Еще мусор надо выставить у нас. Ну все, оставайтесь с нами, смотрите, какой у нас будет сегодня вторник. И чем мы будем заниматься? Да. Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Мы приехали со школы до Светланы, привезли Варвару. И Саша, Света предложила, говорит, у меня кукурузы этих початков много, говорит, приедьте, возьмите на растопку. Но вот сейчас Саша пойдет, мешок возьмет. Дима в машине сидит, а Варвара уже пошла домой. Саша пошел, сейчас камеру разверну. Всем привет. Дима вышел, говорит, это маленько похожу, пока папу ждем. У Димы начинается по 4 урока. Сегодня, говорит, музыки не было, да? Да. Две математики. Две математики было? Сегодня, ну да. Папа сказал, кипятком полить на палочку. Но пакостили немного. 50-30. Дима сегодня читал? Да. Читал. Дома сегодня тоже будем еще читать. Опять он. Подарили скрипыш? А ты подарил? А, мне просто так отдали. Просто так отдали? Да. Ну ты тоже подари. Конечно, нельзя так. Тебе подарили, и ты подари. Нужно делиться. На 51-м месте. На 51-м месте? Нет, на 50-м месте. Это что значит? Ну, это значит, на каком скрипыш стоит вместе. На каком скрипыш стоит вместе? Да. А-а-а. А Дениска на 32-м. Дениска на 32-м? Вот Дениска. Понятно. Куда она уже воняла? Саша! А. Не хочу я его в машину ложить. Ну а что, мы вон тогда попробовали, когда у нас была кукуруза, мы вот курям выветывали.
Я ничего не говорю, ну давай другой мешок тогда ищи, или что? А, ты не брал из дома? Нет. Я не пойду. Я не пойду. Все, выключай. Нет, не буду. Включай. Тебя поснимаю, как ты. На, говняшки. Не надо мне говняшки. Ой, Саша. О, встречаю. Смотри, выбежали щенята. Эй, вы говняшки. Сам ты скажи такой. Прыгает, играется, ну. Розы тут уже у Светланы распускаются, вот стоят. Тоже вот. А эти большие уже отходят уже. Красивые так. Ну-ка. Капельки такие прям. Но они высокие. Я вот заметила, что если вот розы, розовые розы, то они высокие. Тоже скоро будет распускаться. А тут пчела сидит. Ну-ка. Саша подумал, говорит, не буду я укладывать такой мешок. Попросил Светлану, чтобы принесла. Мешок, наверное, подстелить как-то. Маленькие щенята напакостили чуток, да? Закрывай, а то они выбегут, сынок. Заезжали с Сашей в магазин, и ребятишкам купила свежую вот такую выпечку. К чаю. Это пироженки. Тут заварные. Я так поняла, это, по-моему, тут они эти со сваренной сгущенкой. А здесь они уже пили чай. Здесь это творожные. Заварное вот наоборот. Да. А, вот это наоборот заварное. Саша видел лайфхак, как выпрямить бампер. Тут вот небольшой вот получается кусочек замят. Кипяток скипятили. Вот сейчас он будет выпрямлять. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас я с этой стороны обойду. Вот так. Большая такая вмятина. Вот так она выглядит. О. Блин, неудобно. Неудобно? Надо что-то другое? Ширкой получится. Вот так. О, уже выпрямилась. Ага. Что, еще будешь? Мелкие эти, да? Ага. Ну, пластик. Удобный лайфхак. Все хорошо. Ну. Вот. Маленькие недочеты только и все. Ну, это ну, шкратка. Надо ну. Зашкурить ее будет, покрасить. Все, огонь. Огонь? Всего-то надо было кипяток и руку. Ага. Все здорово. Здорово, ну. Сынок, с прогулки пришел, маме цветы принял. Вот такие вот красивые, желтые, белые. Отсвечивает, правда, от окна. Мы Диму повезли в парикмахерскую. Дима вот одевается уже потихоньку. Давай, одевайся и поехали. Давай водичку поставим. Мам, тебя поцелую, дай. Спускайся. Дима подстригся. Все, завтра в школу. Какой вот. О. Теперь Ярослав остался, да? Но мы запишемся. Ну-ка, повернись боком. Обычная спортивная стрижка. 300 рублей она стоит. Ну все, поехали домой. Это папа там музыку слушает. Вышли мы с Олей на улицу. Я сейчас 2 ведра кукурузы наберу, а этот мешок Саша занесет уже в сарай туда. Один в коридоре здесь поставлю. Один, говорю, одно ведро в коридоре поставлю, одно домой занесу. Дрова уже занесли. У нас понижение температуры и дождь завтра обещают на вторник. И написано от МЧС, получается, ожидание гололед, снег, ну и понижение температуры. Посмотрела по погоде и действительно, что на этой неделе, там, по-моему, в четверг, или в пятницу -1 будет. О, какая кукуруза. Она прям хорошо сухая. Это давно видно. Баба Вера собирала. Ее у Светланы очень много. И действительно, правду написали в комментариях о том, что она прям тепло дает хорошо. И разжигать печку удобно. А то мы с Олей уже это... Все какие у нас... Оля улыбается. Все какие эти коробки были, там журналы. Особенно, знаете, когда... В магните вот покупаешь на определенную сумму, и там дают большой журнал.
Мы с Олей его посмотрим, Юля его тоже полистает и все, и к печке складываем. Такое-то в печке сильно целлофан или что-то такое мы не сжигаем, чтобы дымоход не забивать. Сейчас подготовим. Да, Оля? Угу. И будем делать мы вареники. Я люблю, не знаю, может быть, кто-то еще в комментариях такое напишет. Знаете, я люблю вареники с сырой картошкой. Натираешь, выжимаешь, вот этот крахмал убирается, потом туда добавляется чеснок, соль, перец, вся масса это перемешивается, и все, и вареники, они, правда, темные становятся, их в семье у нас никто не любит, кроме меня, а я люблю с майонезом. Ну, а дома для всех уже сделаем из картофельного пюре вареники. Лук добавим, плохо грибов нету, да, Оля? Угу. Как с коровниками, да, Оля, говорю, да, она все улыбается за кадром. Юлечка у нас отдыхает, прилегла у нее это, голова что-то прям разболелась, то ли на смену погоды, то что вот резкое такое, что тепло стояло, и потом вот погода начинает меняться. Оно везде сейчас так. И Юлечка отдыхает. Потом выйдет, проверит, все ли мы с Олей правильно сделали. Если что-то неправильно сделали, либо не доделали, выговор. Мы сегодня так смешно, Оля, мешок этот брали. Тут же это, собачатки видно, ну, накакали это. Саша, ху-ху, не буду брать, не буду брать, ничего. В машину занес. Сейчас поставлю. А то Саша будет на меня ругаться, что я таскаю. Юлечка, папарацци закончилась? Папарацци закончилась. Стоп-кадр. Саша ходил, искал курицу, а она вот куда залезла. Ну-ка, где ты там? Еще и кудахчет сидит. Лазь давай. Где она? Убежала? Да вот их хрен поймаешь теперь. О, возле дома тут. На этом фундуковом дереве залезла и сидит, а мы ее ищем, ходим. Пока не закудахтала, не нашли бы. Все уже домой зашли, а она все носится. Убежала за дом. Со мной всегда компания моя. Сейчас еще Саша придет. А здесь я уже досточки приготовила, пищевой пленкой обмотала. Тесто Саша заводил сам. Как на пельмени завели для вареников, здесь, так как с картошкой у нас практически никто сырой не ест, так как ем одна я, Саша говорит, ну я попробую, пахнет чесноком, сейчас вот тут сок, что выделился, его я солью, добавила сюда яйцо, чеснок, перец, соль, будем делать, и картофельное пюре у нас готовится. О, как тесто хорошо, раз, раскатал, да, Саш? Мы уже забыли, что такое это, скалкой работать. Здесь у меня вареники из сырой картофель с чесноком, как я уже говорила. В комментариях, которые часто спрашивают по поводу нашей вот этой машинки, мы ее покупали еще в Омске, но мы посмотрели на Озоне. Сколько она, Саш, стоит? Она там по-разному, у каждого продавца по-своему. То есть, есть от 1500 и выше, то есть она так стоит. Угу. Там в зависимости от насадок тоже вот это все зависит. То есть, если просто тесто-каталку, то она дешевая вообще будет. А у нас идет в комплекте... У нас 3 в 1, да. Ну, лапшерезка тонкая, широкая лапша и да. Равиоли, которая. Ну, она, по-моему, вот я смотрел, она 2 с лишним стоит. 2 с лишним? Угу. Вот. Это не реклама, просто многие спрашивали. Да. Это мы из Омска привезли такую машинку. А какой фирмы, я вам даже не скажу. Я даже не помню. Да у нас коробка просто белая. Ну, белая. Вот. Сделали мы вареники. На этом, получается, подносе, можно так сказать, ну, на досточке разделаны. Здесь сырой картошкой. И вот здесь 4 оставалось. Ну, сюда уже пихать не стало их. А здесь это все с картофельным пюре. И, как всегда, я тут сидела, смеялась и говорю, ну, у нас последний, как всегда, самый большой. Не стали делить на 2 части. Видать, Оля? Да. Фартук я уже сняла. Саша пошел уже посуду относить. Ну, все из-под теста, из-под картошки. Сейчас сниму машинку. Мы ее не моем, а протираем, что, потому что она из нержавейки, чтобы не это. Так. Нержавела и вот это. Она из нержавейки, значит, она не будет ржаветь, понимаешь? Да? Это нержавейка для того и есть. Да.
А там просто ее написано почему-то в инструкции, что нельзя мыть. Не мыть нельзя. Я поэтому и думала, что надо живеть будет. Ну вот опять глупыш. Опять глупыш. Я там гаечку потеряла, сейчас я подниму. Мы будем уже отваривать. Я себе отварю половину. Саша говорит, мне дашь попробовать? Я говорю, да, Юля тоже говорит, попробую. А остальное я себе заморожу. Ну, они будут есть такие. Сейчас водичку поставим. Каролина с ребятишками смотрит, с мальчишками мультики. И Юля вместе с ними. Все, пойдем готовить. Приготовили мы вареники. Это вот, которые у меня сырой картошка. Они абсолютно не разварились. А вот мои. А это там уже, который с картофельным пюре. Они даже... Вот эти светлые, это темные. Ну, потому что сырая картофель здесь. Угу. Саша со сметаной, все уже покушали, а мы с Сашей последние. Угу. Всем приятного аппетита, если кто-то кушает в этот момент, и нам тоже. Мы заправляемся 95-м, и цена у нас стоит 51,50. Почти 10 литров на 500 рублей. Саша там. Где он? О, вон он. Сходила, управилась у курочек. Петушки у нас, получается, 7 петушков гуляет на улице. Я у курочки в сарае находится. Козочка у нас гуляет там на заднем дворе, ее даже немножко слышно. Всем огромное спасибо за поддержку, за добрые слова, за критику, за все огромное спасибо. Мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всего самого наилучшего, до новых встреч. Пока-пока.